мажу рану медом и помогает. Медиа. Ножи, жалкий корм для рыб. Ah!
Видимо, заперто с той стороны. Меня.
поддаемся на уловки! Покажи мне все.
выбираться из воды. Берегитесь, проклятие! О какой угрозе ты говоришь? Ты охотишься на зверя? На самого хитроумного, чьи деяния столь гнусны, что ни один зверь на такое не способен. Значит, это человек. Чародей. Тот, кто когда-то называл себя мужчиной, но осквернил свою хук извращенным сейдом. Похоже, это что-то более личное. Эта гнусная тварь, что живет вон там, отравила мою сестру. Уже за это его надо убить. Но, возможно, тебя больше тронет награда за убийство чародеев, что предложил Харальд. Выгода убеждает лучше, чем страсть. Подумаю, стоит ли она того. Логово чародея по дороге и налево. Будь начеку. Осмотрись вокруг. Пришел, наконец, со мной сразиться? Или так и будешь докучать мне издали? Ты и тот чародей, что проклял эту землю. Она была проклята задолго до меня. Проклятие невежества поразило весь Мидгард. Значит, ты не используешь чары против этой земли и людей? Я стараюсь помогать другим. Во мне видят угрозу лишь те, кто боится неизвестного. А таких много. Один охотник думает, что ты отравил его сестру. Я хотел ее спасти! Сделал лечебное зелье, но этот невежда решил облить ее свиной кровью. Уж если кто и виноват, то это он и его родня. Он сам убил сестру. Не слушай, во имя он отравит наши мысли. У тебя их просто нет. Сдохни, тварь! Иди ты в хай! Когда-нибудь мы очистим эту землю от лживых тварей. Я напал первым, так что награда моя. Можешь взять, что хочешь с его тела. Сюнин, разведай местность.
Лети же, Сюнин. Пиццу.
тебе! Вот это! Вот это жизнь! Бьем шапку с толку. Держаться. Все слишком столкнуться. Мы справимся! Давайте убьем их!